Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. И сегодня мы играем опять с администратором этого сервера, но уже с другим. Поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Да, и в принципе, что мы будем делать? Не знаю, у меня все-таки в планах остается поймать себе Иви и Бульбазавра. Угу. Не знаю, очень охотно. Можно? Я еще хотел спросить по поводу того НПС-шахтера, кто-то говорил. Да, да, что там? Я вообще не знаю, где он. Можешь показать? В смысле НПС-шахтер, который продает древних покемонов или что? Или? Не, в смысле, что стоит в шахте и можно как бы обменивать ресурсы на кофе. Я о нем не тоже что-то не слышал. Да, мне просто Саня говорил, что он где-то стоит, поэтому... Ну, возможно, надо посмотреть, надо будет потом спросить у Сани. Вот. Блин, надо пойти, пошли тогда в лес, что ли, может быть, там боссов, не знаю. Пошли, и пошли сначала дом свой покажи, может. Давай, так. Мой дом показать? Ну да. О, ну тут, ну давай на Черезардах ты о чем? Давай. Так. Мой дагестанский Черезард, маленький. Так, летим, летим. Ага, сейчас. Далеко? Нет, по-моему. Сейчас, сейчас надо найти. А, да, все нашел. Так, я почему-то приземлился. Так. Так, давай, давай. Ща-ща-ща, я пропишу в радал, в радар. Ладал, что я сказал. Сквиртл. Хочу сквиртла. Сквиртла? Ага. Не знаю, я из водного выбрал все маткипа и... Ну, классно. По нему электричество не идет. Так, где-то. Спасает очень. Так, лети, короче, за крепость, за зимний биом. Ну и проще я долечу, может, кол пропишу тебе. Ну да. Давай, а вот я уже близко. Тут вандалы разобрали покет-центр. Я как раз город свой залечу, покажу, что я настроил тут уже. Давай, давай. Так, все, я на месте. Вот, кстати, это мой дом тут. Ну ща, давай я пропишу. Давай. Кал. Как там твой ник пишется? Вот вроде вот так. Ай. Ща. Во. Отлично. Вот я себе построил дом. А, ну да-да. Находил я эту деревню. Вот, собственно говоря, не знаю. Построил дом или просто заприватил? Не, конечно, заприватил. Зачем геморроиться, собственно говоря? А, кстати, ща-ща, я как раз поменяю покемонов тут в компьютере. Я, кстати, уже вот эволюционировал вот этого, смотри. Сейчас, подожди, у меня покемоны хилятся. Вижу. Тиртугу. Так. О, офигенно, не знаю, мне очень нравится этот покемон. Он так, знаешь, сурово выглядит. Да, в броньке какой-то, кажется, что-то такое. А, ой, открой дверь. Давай, давай, без проблем. Ща, я возьму, как бы там взять. Также мне, знаешь, как офигенно повезло с пещерой тут. Я начал рыть и оказался прямо в этом. Да ладно, Бульбазавра. Ладно, ничего, у меня дофига покеболов. Погнали, может быть, в лес поохотимся. Давай я тогда сейчас домой слетаю, возьму тоже пару покеболов. Давай, давай. Я пока что долечу до леса. Тут у меня большие леса есть. Капут. 8 мастерболов. Зуреть. 8 мастерболов. Ага. Ничего себе. Я сейчас могу сделать еще 2 стака ультраболов. Жесть. Офигеть. Не, у меня не так много. У меня просто ультрабол, 2 мастербола, 4 обычных покебола и дальше френдболы для Иви. Ну вот, еще подарок мне тут сделали, я вижу. 16 ультраболов. Да, мне там кто-то тоже подарок сделал, надо было, надо будет посмотреть, скорпиончик, по-моему. Вот. Ща, тут где-то покемон-босс, а, в шахте. Эх, блин, ну... Надоели, на самом деле, эти гравлеры в шахте. Да, и джиудуды. Так запарило рыть, это просто ужас. Так, приблизительно 80% всех боссов это только гравеллеры и вот да, эти. Да-да-да, вот это вообще очень бесит. Так, ну-ка, Иви пропишем. Иви. Так, так я прописал Иви? Да, прописал Иви. Все, ищи Сиви большая, ищи Сиви маленькая. Ой. Я пока что еще ни разу по поки-радару, поки-поиску не нашел Иви. А как обычный кит пишется? Кит... Кит старт. А, точно, кит старт. О, кстати, там же тоже покеболы даются. Ну да. Надо бы прописать. Кит старт, отлично.
Так, только нужно будет сделать небольшую. А, нет, все, места хватает. Так, блин, даже не знаю, нету покемонов. Так, тебя призвать сюда в лес? Да, вообще пропишу опять. Хиро. Я бы Мью имел желание найти. А из обычных, из земных покемонов. Не из мечтаний. Какие? Так, ты Иви, да, ищешь? Да, Иви, Бульбазавр, что-нибудь Сквирт, из этого. Ага. Так, я как раз своего Бульбасавра прокачаю. Сквиртлов, знаешь, я вот видел, они в таких, ну, можно сказать, озерцов возле пустыни и леса. Да, да, да. Типа на пляжах, что-то такое. Да, 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 да. Вот я один раз видел его, ну, не тут, не на сервере, да, когда на отдельном. Ну. Вот, я видел его, но почему-то, короче, он какой-то, видно, был баган, и я на него потратил кучу покеболов, он не поймался. Вот. Ты еще Иви не ловил или ловил? Пытался, но тут, конечно, френдболами его очень трудно поймать. Да, с Иви у меня вообще отдельная война. Да? Ненавижу ловить Иви, да ну нафиг. Не знаю, очень, очень такой тоже вот капризный покемон, особенно еще и Трику капризный очень. Да. Фиг ну, поймаешь. Ну Иви вообще капут. Я помню, потратил почти целый так стак ультраболов и то хрен словил. Да. Теперь, когда вижу Иви, тупо-напросто сливаю. Так, а где ты сейчас? Так, я сейчас где-то тут, я вот на грани пустыни как раз, я тебя вижу, стой, я сейчас прибегу. Вот я. Так. Какого у тебя левела Бульбазавр уже? 14. Я его не качал еще даже. Я еще нашел Дратини, хотел с Саней поменяться, он же обожает Дратини, всех этих Драгонайров. Вот, и хотел поменяться с ним, на что он поймал Гротула, сказал мне. Гробаева, точнее. Так, там были покемоны, может быть, это бульбазаврики, потому что у меня в поиске забито Иви. Давай тогда я введу Бульбасавр. Давай. Так, тут Пикачу, тебе не нужны светопыль, нет? Да, не-не-не. Так, а я, пожалуй, убью. Светопыль не помешает. Потом на больших уровнях будет трудно качаться. Так. Может, в зимнюю биому нет? За Артикуна. Кстати, почему бы нет? Давай отправимся. Так, ну... Ну, я знаю, где зимняя биома есть. Давай, давай. Только это... Сейчас я на спаун пойду. Будет отлично, будет прекрасно. У меня как раз два мастербола. Мне бы какую-нибудь легенду поймать. О, покемон босс, секунду. Какой-то там... Ну, угадай, кто там. А, ну, я думаю, это Джадут. Блин, ща. Сколько видлов, просто куча видлов. Ща, так, как бы сюда забраться? Нет, это Абра. О, как я Абру хочу. Абра босс? Да. Офигеть, первый раз вижу. Телепортнулся. Вот это, к нему близко подходить нельзя, он же ТПшится. Да, сниму это. Снайперским прицелом покебол кидать надо. А теперь вообще, он куда-то ТПхнулся и его... Короче, нету. А, он в воду ТП-нулся, вот дурак. Тропинчик. Опять ТП-нулся. Я, наверное, все-таки Абру словлю, но только то, что трейд-машин нету, поэтому... Да, ну, там в крайнем случае можно будет обменять. Почему бы нет? Так, Абра. О, все. Надеемся, что в скорой версии подфиксят эти баги с трейдом и будет все просто супер. Потому что... Не знаю, вроде собирались там. Так. Ну, вроде скоро выйдет как бы на новую версию 1.7.2. Да, но мы сразу постараемся перевести, конечно, мод. Вот. Там обновление, что ты видел, там обновление ПК будет какое-то еще. Ну, короче, как по мне, они сделали что-то, короче, непонятное, потому что покемонов добавили мало. Опять новых, скорее всего, я так уже вангую. Ну да. Вот. Может некоторых как бы форму изменили. Вот надеюсь, потому что вот это вот новое круглое обновление мне очень нравится. То есть... Короче, Абру вообще нереально убить. Она ТП-шится. Так, ну-ка давай я тебе кол пропишу, просто помогу найти там или что-нибудь такое. Или ты ее убиваешь с одного удара, или она убегает с боя и ТП-шится. А, телепортом, да? Да. Вот то, что вот эта хрень.
Так, где она? О, на меня напал 50 абра. Так, ран. О, легенд. О, ну это не возле нас. Все, я убежал, где она? Да, фиг ее знает. Давай найдем. Вроде пишет. Вот, нашел. Вот, точечка. Где-то тут должно быть. Это абра? Не знаю, где-то должна быть. Тут точечка стоит. А, она застряла в земле, скорее всего. Наверное. Вон она прыгается. Ну-ка, ну, сейчас так сделали, что она как бы убегает каждый раз своим телепортом. Я помню, раньше только на ней качался. У нее как бы атак вообще нету, знаешь? Да. Ну, вроде потом, как Алаказам, это вообще очень сильно. Да. Вот. Психически. Угу. Я, короче, в зимнюю биому полетел. Так, ну окей. Блин, обидно, нет у меня теперь легендарного. Хочется вообще. Блин, надо было убивать ее, пока она на меня напала. А не бежать. Так, ладно. Так, я полетел. Что ж. Ну то, что Райквазы тут, короче, вообще спавнится. Каждые 20 минут почти что. Так Райквазу, мне же говорили, то, что там нужно, если типа хочешь легендарного, стой на одном чанке и генерируй его. Вот. То там будет постоянно в плейне стоишь, там Райкваз 20 заспаунится, я уверен. Да. И Молдрес тоже. Ну, Молдрес, да. Вот Забдос интересно было бы поймать. Он в таких очень неординарных условиях, как ну, бы. Ну да. И Мью тоже. Я, ну как ты говоришь, я стоял полдня, короче. Просто поставил, знаешь, и ушел куда-то. Ну. Ни хрена, нет. Я уже пытаюсь ловить ну, неделю приблизительно. Я просто стою в одном месте, бегаю по джунглям, ну хрен спавнится. Может быть, действительно рядом с храмами какими-то спавнится? Не знаю. То есть вот вообще в зимних биомах, да, должен на Тикуна спавниться? Mm-hmm. Ну, на горах зимних. На горах зимних. Ice Mountain, или да, как да, они да. там называются. Ага. Ну, блин. Просто, если так считать, то Забдоса уже вроде находили. Находили? Ну, не знаю, ну, вроде один человек вроде, или может он купил, не знаю. Ну, скорее всего, потому что, ну, не знаю, вообще такое, интересно, а вот ведут ли в скором времени спаун Мьюту или что-нибудь типа такого, потому что, ну, он сейчас, получается, не спавнится никак, как его в игре получить без администратора прав? Ну да, это что-то... То есть, да, если не на сервере, к примеру, а где-нибудь там... Ну, то, что реально, нахрена они вообще это сделали. Как бы Мьюту есть, да, но словить его нереально. Это вообще непонятно. Нет, мне срочно нужен, конечно, танкующий покемон, я думаю, это Амбриан будет, чтобы с Аней Пайнеппл сцепиться в схватке равной, потому что надо будет с ним. У нас такое противостояние сейчас. Мы разъединились, чтобы... набрать свою команду, а потом сцепиться в хватке. Тебе не нужен пингвин? Пиплап. Пиплап, а. Ты его нашел? Да. В принципе, нужен. Давай, пропиши кол. Опять лететь потом будет. Ща. Седьмой левел он. Ну, норм. Как раз может много хороших атак попасть. Во, отлично. Так, вот пингвин. Я уже много пингвинов, кстати, находил вокруг своего дома, вообще вокруг всего. Вот. Так. Мне бы Тотодайла. Никак его найти не могу. Тотодайла? Ага. Он в болотах, по-моему, спавнится. Ну, вроде. Или в речных биомах. Ну, возле воды вроде. Ну да, но не просто возле океанов, там должен, по-моему... По-моему, все-таки в речных. Это вот матки в болотах, а он в речных. Угу. Вот. Потому что надо посмотреть, стоять на реке, чтобы там был обязательно биом ривер, потому что иначе, знаешь, вроде стоишь на реке, а там какой-нибудь океан. Ну да. Вот. Чьи-то ступеньки, кто-то тут строился, по-моему. Притом простые ступеньки в лесу. Ну, если так читать, то Мью еще вообще никто не нашел. Никто. Да. Ну, было бы круто первым, знаешь, найти. Наверное, если он спавнится, то такой шанс, что...
Да, вообще Мью, хоть он, смотри, самый такой, самый слабый, можно сказать, из легенд. Ну, никак не самый слабый, а 50-й левел всего лишь, да? Ну, в том смысле, что он как бы самый первый в Пиксельмоне. Да, 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 да. Например, вот сейчас добавили там Райквазу, да, и то оно намного чаще спавнится, чем Мью. Вот, и птицы, да, они 70-го там, и на них летать можно. И тут Мью, и он не спавнится. Я так понял, что я до твоего дома добежал. О, словил. Словил пингвина? Ага. А, нет, я до спауна добежал. Так, я почему-то выкинул алмазную кирку. Так, я тогда опять бегу на спаун. Я как раз тут пешком почти добежал до него. Эх, блин. Ну, не знаю, по поводу Артикуна тут вроде один чел его только словил. Или два. Да, не знаю, третью серию, прикинь, третью серию подряд я у себя на канале бегаю, не могу найти ни Иви, ни Бульбазавра. Это ж какой-то ужас. Это не покемоны, это... Босс! В поле босс! А, его убили. Нет, не убили. Его не убили. Это зеленый Ратикейт. Отлично. Отлично. Ну, можно будет в зимней биоме побегать. Считай, если мы двое будем, то еще, наверное, больше шанс будет. Спал на Артикуна? Ну. Да, надо сейчас будет попробовать. Так. Я вижу, народа уже тут дофига играет. Ну как, дофига, да. Кстати, становится все больше и больше. Ну, в общем, где-то может сейчас играть все вместе человек 20, наверное. Ну ладно. То есть это... Это на самом деле круто. Потому что, ну не знаю. Когда вроде и немного, и немало. Ну да. Да. Есть с кем поиграть, и не избыток. Вот. Так, почти добил Ратикейта. Отлично. Две ТМки, Эхо Двойс. Ненужных мне. О, слушай, еще прям босс сразу. Так, джунгли. Иди сюда. Ты в джунглях уже? Ну, я лечу через джунгли, вдруг. Прикинь, сейчас раз и Мью. Эх, мечты, да. Шайни Пиджи, отлично. Ой, не Шайни Пиджи, а босс Пиджи. Почему-то мне босс Пиджи назвать Шайни очень. Так, да что он, ты улетаешь. Все, отлично. Что-то одни зеленые какие-то эти боссы. Опять у меня Лантурн Тандером мажет. Ну если они реально в новом обновлении не добавят покемонов новых, это жесть будет. Да, на самом деле. Это тупо будет. Так долго ждать. Нет, ну они добавили там Иксизера, Стиликса и что-то там еще. Но уже должны быть новые поколения, нужен Чинчар. Там, ну да, да. И все вот эти вот классные покемоны, которые идут уже в новых. Может еще там пару легенд каких-то. Да. Это вообще бы круто было. Считаем, если будет новое обновление, то бишь новые биомы будут, да? Да. Ну эти, 1.7.2. Нет, кстати говоря, они уже обмолвились о том, что они собираются делать новые биомы. В том смысле... Свои дополнительные биомы, в которых будут спавниться мобы. Угу. То есть не только вот вообще такие. Ну понятно. Ну это реально было бы круто, как бы и новые биомы, да, и новые там легенды. Да, было бы просто офигенно, потому что, не знаю, вот это вот уже небольшая рутина, да, которая длится уже год с этим Пиксельмоном. Ну да. Вот, никаких новых покемонов. Вот, ну, буквально вот новое обновление, да, которое добавило округлость и новые. Вот это было клёво. Побольше бы таких, конечно. Что-то жестко залагало? Или это только у меня? Так, нет, у меня что-то тоже подлагало. Что происходит? Я, короче, Чаризардом был на земле, потом появился на высоте 230. Так, хом. Я застрял в пещере где-то, прикинь. Так, ты не умер там? Да не. Ща, я босса нашел. Ну. Босса? Опять кадабр? Нет, хуже. Гравеллер. Ну, хуже не хуже, но не хочу я копаться. Да, 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 то же самое. Особенно еще, знаешь, когда у тебя там каменная кирка почти сломанная. Блин, так впадло, ну обидно, знаешь, упускать. Или, например, когда пару раз было копаешься, да, пум, упал в лаву. Не, у меня такого не было пока что. У меня было. Под тебя же копаешь? Ну да, да. Вот, дротинями торгуют. Да, не люблю я дротини. Не, люблю, ну, я их только убиваю, потому что с них алмазы выпадают.
Не знаю, я еще ни одного не нашел. Я нашел Драгонайра, и то убил его по случайности. Вот. Я сейчас бегу по зимнему биому, что-то пока голяк. Во, я вроде долетел. Давай я сюда тебя тпшну. Давай. Будем вдвоем. Ща я долечу. Во. Тпсет. Угу, отлично. Это вот эти вот горы, да? Ну да, айс. Да, Ice Mountain. Да. Ну-ка, F3 проверим на всякий случай. Там. Да, Ice Mountains. Давай я в одну сторону побегу, ты в другую. Да. Так можно, по идее, на через арди летать, так быстрее будет. Да, или... ну, если так считать, то. Не знаю, пишут, что она так более спавнится, Артикуна, когда бегаешь, а не ну, летаешь. Окей, побегаем, почему бы нет. Так. Да, в принципе, может, давай на этом закончим эту серию, продолжим следующий. Да, я в принципе согласен. В принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Ссылка на Леху будет в описании. Да, обязательно мы вернемся скоро. Всем да. пока. Всем удачи, всем пока.